Одноразовая посуда и дезинфекция. На сайте Московского патриархата Русской Православной Церкви обнародовали правила работы во время эпидемии коронавируса. После каждого причастника ложки теперь протирают спиртом, затем окунают в воду, которую потом утилизируют. Запивку дают только индивидуально и в одноразовой посуде. А просфору подают в резиновых перчатках. При причащении губы рекомендуется вытирать бумажными салфетками, которые впоследствии сожгут. Меняются и правила крещения. Обряд будут совершать индивидуально с дезинфекцией купели. А для других православных таинств будут использовать ватные палочки и бумажные салфетки. Кроме того, теперь нельзя целовать крест и руки священника, а иконы дезинфицируют по специальному графику. Также в церкви планируют организовать доставку продуктов для пожилых прихожан. В РПЦ заявили, все меры профилактики будут исполняться до специального распоряжения.